Приветствую вас, друзья! С вами снова сайт foxatmoryka.ru и я Сергей Куликов. Все вы, наверное, умеете тасовать колоду способом стрип-шафл. Ну, я думаю, все умеют, потому что ничего сложного, в принципе, в этом нет. Вот. Но теперь давайте рассмотрим один приемчик, как можно фальшивить во время этой тасовки. Ну, грубо говоря, это такая, вроде как, фальшивое тасование способом стрип-шафл. Вот. Стрип-шафл, для тех, кто не помнит, напомню, это побочное тасование колоды. Ну, в общем, в принципе, смотрите. Приветствую вас, друзья! В этом видео мы рассмотрим фальшивое тасование способом стрип-шафл. Выглядит оно следующим образом. Для тех, кто не помнит, стрип-шафл выглядит вот так вот. То есть это побочное тасование колоды. Теперь давайте посмотрим, как можно сделать фальшивое тасование. Запомним, внизу у нас крестовый король, наверху у нас крестовая восьмерка. То есть выполняем тасование. Король остается внизу, восьмерка остается наверху. Итак, для того, чтобы выполнить это тасование, значит, кладем колоду на стол. Далее. Средним пальцем и большим захватываем нижнюю 1/3. Переносим наверх. И следующую 1/3 захватываем безымянным пальцем и большим. Получается, у нас правая рука держит вот эти две части. То есть вот мы забрали нижнюю, положили ее как бы наверх. Но на самом деле у нас тут небольшой зазор есть, который, в принципе, ваши оппоненты не должны видеть. То есть, вот, видите, колода разделяется зазорчиком. Далее, эту часть уносим вниз. Эту нижнюю часть захватываем, а первую 1/3 выводим наверх. То есть, у нас восьмерка остается наверху, король остается внизу. То есть, еще разочек. Нижнюю 1/3 захватываем большим и средним пальцем. Типа кладем наверх, но на самом деле мы забираем ее и еще 1/3 колоды, которую мы захватываем уже безымянным пальцем и большим. То есть вторая часть действия. Далее эту, значит, часть мы оставляем внизу. И эту часть выводим наверх. Король внизу, восьмерка наверху. То есть еще раз. Раз. 2, 3, 4. Можно это сделать, в принципе, в руках, не обязательно на столе. То есть можно сделать тоже вот так вот. То есть еще раз. 1, 2, 3. Можно сделать вот так вот. В принципе, то же самое. Ничего не изменится. То есть захватываем низ. Кладем наверх, захватываем нижнюю часть также. А потом кидаем. Все остается в своем месте.